Конкурс «Дети читают стихи». Детский сад 393, Шаймухаметов Денис, 4 года. Борис Захадер, «Никто». Завелся озорник, у нас кайует вся семья. В отке от его проказ буквально нет житья. Никто с ним, правда, не знаком. Ну, знают все за то, что виноват всегда во всем, лишь он один, никто. Кто, например, в буфет залез, конфеты там нашел, и в те бумажки от конфет тоже по стол, он обоих рисовал, разорвал пальто, кто папин стол свой нос совал, никто, никто. Никто, никто лжанный сорванец, сказал, что бывает, его должны мы наконец и веру даже сказать. Никто сегодня не пойдет ни в гости, ни в кино. А нам в стране ни капли не смешно.